Сегодня провидение подшутило надо мной. Из города пришлось добираться в садоводство электричкой. Сел не в первый вагон, как полагается, ближе к спуску с платформы, а какой-то ближе к середине. Узнал, что это третий вагон, когда, подъехав к станции Горская, объявили по радио, что в третьем вагоне двери не открываются. Следующая станция – Александровская. В Горской не успел, вышел в Александровской, слегка расстроенный, за 2 с лишним километра от дома. Но тут внезапно подкатил автобус, и мы поехали в обратную сторону, вдоль железнодорожных путей. Я верю в то, что ничто в этом мире не происходит зря. Когда дорогу перегородил разобранный мост, который построит только к концу года, а о сроках говорит паспорт объекта на строительстве, то я понял, что мне суждено испытать на себе всю прелесть того, как люди ежедневно перебираются с одного берега на другой, а это расстояние 20-метрового разобранного мостика, по которому переходили ручеек пешеходы и автомобили, и какое расстояние предстоит обходить сейчас. Вот воистину, как в песне поется, нормальные герои всегда идут в обход. Подземный умный крот. Нормальные герои всегда идут в обход. Нормальные герои всегда идут в обход. Обход идти, понятно, не очень-то легко. Не очень-то приятно, не очень. Далеко. Не очень-то приятно, не очень-то далеко. Зато так поступают одни лишь мудрецы. Зато так наступают одни лишь храбрецы. Зато так наступают одни лишь храбрецы. Крокодил! Глупцы героев строя бросаются вперед. Нормальные герои всегда наоборот. Пути кривого ни разу не свернем, а надо будет снова, пойдем кривым путем, а надо будет снова, пойдем кривым путем.